Всем добрый день. Я Евгения Маквин, она же Евгения Макурина, она же. У нас как бы много имен и обликов. Мы с вами собрались поговорить по мандалотерапии, мандалодиагностике по системе Мари-Тест, потому что здесь есть очень интересный момент, когда мы недавно с вами разбирали солнечное, лунное затмение. Солнечное, то есть такой вот коридор затмений. Там были очень интересные моменты, которые возникли в связи с тем, что коридор затмений был посвящен теме социальной реализации, и я предложила рисовать мандалы, как кто себе видит социальную реализацию. И вышел очень интересный ответ. Практически никто не нарисовал то, что Мари-Тест посчитал бы социальной реализацией. Что же такое система круга жизни? Ну, я такую картиночку здесь вам покажу, такую стандартную достаточно. Это такой круг, обычно рисуется это в круге, где есть определенные оси и есть квадранты. И вот эта картиночка, она описывается Мари-Тестом, в принципе, не только Мари-Тестом, но и другими системами, но вот мне Джан Келлок система нравится. Но система, в общем-то, не нова, и Джан Келлок ее тоже взяла не из воздуха, она опиралась на кельтский круг жизни, который привязан к нашим любимым 13 полнолуниям, который привязан к цикличности, и именно к природной цикличности. Поэтому есть даже такая картиночка, где, в принципе, смотрите, да, вот видите, есть дерево, есть семечко, которое зарождается, пробуждается, поднимается из земли, становится деревом, дает плоды, наступает зима и потом все заново. То есть цикл жизни, он взят абсолютно из природы, он не взят откуда-то из воздуха. И поэтому, как вы понимаете, это совершенно естественный процесс. Просто он трактуется через рисунки, через мандалы. Джан Келлок, я думаю, все читали, как она это нашла, волшебную сказку, что в Йоль там 200 тысяч мандал и так далее. В принципе, до Джан Келлок существовали различные тесты, где определенные рисунки, линии, символы связывали с определенными состояниями. То есть это тоже не было каким-то таким архиновым. Но она гениальный человек, который смогла свести всю в систему, которая достаточно удобна и проста, вот с моей точки зрения, пользоваться. Собственно говоря, я ее пользуюсь в удовольствие и сама с собой, с друзьями, и, в общем-то, с другими людьми. Хотя я считаю, что все-таки здесь больше всего работает личный опыт человека, который ведет Мари-Тест. И чем глубже опыт этого человека, тем глубже сможет пройти клиент, тем более глубокие слои можно просмотреть. Потому что те, кто работает с биографическим опытом, вряд ли скажут и увидят в этом пренатальный травм. Кто работает только вот как бы с такой материалистической теорией, тот вряд ли увидит травмы, которые были получены в прошлом воплощении. Ну, такая теория реинкарнации. Но все вместе, когда это складывается, очень интересно работает. Поэтому давайте сегодня разберемся вообще с таким понятием, как социальная реализация, и каким образом она может отражаться в мандалах. Я буду говорить о опыте того, что я видела в мандалах тех, кто рисовал. Ну, потому что, значит, говорит, вот это моя социальная реализация, я понимаю, что там ее нету даже материализации этой социальной реализации. Если у человека это в голове, то желаемые картинки, они никогда не будут достигнуты, потому что на уровне подсознания совершенно другие желания. И связано это с тем, что достаточно много было навязано на протяжении, давайте говорить о 7 поколениях, когда, ну, скажем так, генетическая информация записывается метиловыми метками, так называемыми, и передается дальше по роду. И вот предыдущие 7 поколений, они напрямую влияют, ну, вот на нашу генетическую систему сегодняшнюю, здесь и сейчас. Было очень любопытно, это червячками доказано, когда через 7 поколений червяки возвращались к предыдущему, до 7-го поколения, до первого изменения состоянию, когда убирали вот внешнюю среду, которая поменялась.
И я думаю, что на сайте все почитали, картинки посмотрели. Я очень на это надеюсь, что картинок у меня особо здесь нет. Вот буду так показывать. И смотрите, вот у нас есть 12 стейджей, 12 шагов и 13 в центре. Каждый из них – это определенное состояние. Можно, конечно, здесь говорить о четырех циклах. Это у нас досознательное. Ну, я люблю на эту область смотреть как на пренатальную. Это развитие, это взрослость и, в общем-то, смертная трансформация. Наша с вами жизнь состоит из этих четырех частей всегда. Да? Маленький ребенок растет, потом он взрослеет, становится взрослым, вступает в общество, работает с обществом, потом приносит свои плоды обществу и на пенсию, и дальше уже занимается чем-то на пенсии, ну, пока не уходит совершенно с этого плана. В принципе, на мандале каждому этому этапу соответствует какая-то часть. Большое «но» между реальной системой, которую, да, принято преподавать, это то, что у нас есть пенсии, и вот как бы говорить абсолютно в основном только о биографическом опыте. Я работаю с массой чем, что выходит за биографический опыт, поэтому я в этом вижу больше и пренатального опыта, дородового, биографический подростков, детство, подростковый возраст, ну, скажем так, возраст до 20 лет взросления, потом уже, как бы сказать, матур, русский язык, не все могу, слов. Маргарита Евгеньевна, Маргарита, подскажешь, как сказать? Возраст 8-9 стейдж. Как правильно сказать профессионально? Подростковые, потом... Ну, тинейджеры, тинейджер, подростковый. Нет, там до тинейджер до 18. 18. Тинейджер это с 10 лет. Почему? Ну, до 18, а потом? Потом юношеский идет. Ладно. С 18 начинается юношеский. Что я поняла? У нас по диагнозам Маргарита. Я по процессам, она по диагнозам и структуризации. Я думаю, она тоже к нам присоединится в какой-то момент, потому что она мне дает, ну, очень много интересных моментов, связанных как раз вот со стейджами. Мы несколько дней обсуждали эти вопросы с ней. То есть, в принципе, четыре квадранта делят иногда не сверх подсознание сознательное, лево-право, мужское и женское. Желательно, чтобы мужское и женское было в балансе, не сверх в балансе, центровка, границы. И вот здесь вот есть такой маленький момент, что мандалы рисуются на квадрате. Если мы говорим о работе с мандалой, по крайней мере, то, с чем я работаю, она должна быть нарисована на квадрате. Официально это звучит 33 на 30 сантиметра. То есть никаких горизонтальных, вертикальных листов при диагностике не используются. Связано это с тем, что квадрат – это земля. Круг – это личность. И личность – это стоит на земле. То есть на устойчивом, сбалансированном квадрате. Поэтому, если кто-то рисовал, то желательно было рисовать на квадрате. Ну, кто в группе у меня в Вайбере, те вообще уже в курсе о том, что должно быть. Итак, у нас с вами есть 13 точек, 13 этапов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и центр. Каждый из них имеет свое название. Первый этап – это вход. То есть это ребенок, это, скажем так, зачатие, после которого идет пренатальное развитие. Я вам сейчас рассказываю не Мари-тест, официальную теорию. Я рассказываю мое видение, по которому я работаю и которое, ну, реально работает с моей точки зрения, и работает очень круто иногда, и понимая то, что чем-то другим способом я бы не смогла вытащить. То есть вот этот вот enter, код,
он фактически, знаете, вот когда у вас первый раз появилась какая-то идея о каком-то бизнесе, о какой-то там реализации, работы, образа себя, все что угодно, это вот этот первый момент, когда раз и вошли. Как состояние эмоциональное, это, знаете, вот в темной-темной пещере, где-то там, в глубине, вдруг вспыхивает маленький огонек света, и на стенах появляются тени. И вот мы смотрим на эти тени, и вдруг они начинают во что-то складываться для нас. И появляется идея. Либо, можно сказать, душа входит в сеть мира. Состояние очень специфическое, потому что в этот момент никто не знает, что будет в будущем. Если вы хоть раз проходили дефрагментацию и серьезный экзистенциальный кризис, длится он первый раз обычно от 2 до 10 лет, не все выживают, как мы смеемся, то есть 10 лет, в принципе, это если не заниматься практиками. Но если вы занимаетесь практиками, то этот процесс ускоряется до 2 лет. Раньше ускорялся, сейчас я не знаю. Сейчас вполне вероятно, что уже, так как практик очень много, то есть возможность просто ускорить и смягчить процесс. Но, в принципе, вот в реальной жизни это вот яйцеклетка, матки, темнота. Вот, то есть это вот такие состояния, когда хочется спрятаться, хочется залезть головой под одеяло и вот как-то там скрутиться в позу эмбриончика и просто вот, просто там лежать, просто наблюдать, что происходит, и вообще не коннектировать с миром. Мы сегодня с Маргаритой обсуждали, что частично в некоторых случаях, это я люблю обобщать, Маргарита так конкретно, в некоторых случаях аутизма, вот состояние первого стейджа, оно как раз вот уподабливается аутизму в чем-то. То есть это состояние нежелания контактировать с внешним миром. И мы очень часто в него впадаем, когда очень уставшие, очень мало энергии, нам надо восстановиться. И вот тогда мы залазим в эту пещерку, мы в нее прячемся, и мы там восстанавливаемся, мы подобно какому-то вот примаматору, мы прикасаемся глубоко-глубоко к себе и полностью отключаемся от внешнего мира для того, чтобы получить ресурс и восстановиться, и идти дальше. Вот такие интересные очень состояния первого стейджа. Мы очень часто, кстати, в них погружаемся во время медитации, и медитации именно ресурсных, когда нам надо восстановиться. Помните, я очень часто говорю, вот вы прошли через фиолетовый свет и опустились в храм. Вот, в принципе, храм – это такой вот образ первого стейджа, примаматор, некоторого абсолютно безопасного места, где мы не контактируем с внешним миром и можем что-то сделать со своей энергией, восстановить себя и каким-то образом пойти дальше. Потому что, когда вы попадаете вот в такую абсолютную безопасность, из нее можно двигаться. Маргарит, может, к нам присоединишься, потому что вопросы безопасности, из которых можно двигаться, это твои вопросы. Я даже прям даже возьму на всякий случай, чтобы если у меня что-то вызовет вопрос. Вызовет вопрос, его задать. И я его задам. Здравствуйте. Маргарит, садись ко мне ближе. Вот. Вот такие две подружки. Вот, вопросы безопасности, и вот когда вы попадаете в такое состояние, вопрос безопасности, он становится, наверное, наиболее важен, потому что идти из... Так, я, наверное, передам тебе здесь трубку, слово, микрофон. Что ты имеешь в виду? То есть, когда, если это состояние подобное аутичному... Да, да. Состояние подобное аутичному характеризуется тем, что человек не может фильтровать сигналы, они все для него главные. А когда все сигналы главные, возникает сенсорная перегрузка практически моментально. Что хочется сделать человеку, на которого падает сразу все? Ну, хочет спрятаться. Ну, это логично же. Вот. Значит, тема безопасности, тема закупливания, отторжения чего-то, она очень ярко заявлена. Чтобы дать возможность прожить состояние, при котором сенсорный перегруз,
дать возможность прожить безопасно сенсорную перегрузку тем, кто вокруг, ну, как-то нужно очень сильно постараться. Во-первых, нужно прояснять каким-то загадочным образом, что с человеком происходит. Вот. И неплохо бы, чтобы человек сам понимал, что у него сенсорная перегрузка. Ну, как бы ясно, что аутичный ребенок этого не понимает, он просто как-то там кричит или наоборот всего сильно прячется, молчит, там, ну, там много всяких таких интересных реакций. Но если это понимает взрослый человек, ну, хоть как-нибудь, да, тогда его желательное поведение – это запрос к окружающим. Да, что мне надо? Это вот уже сложности. Ну, то есть, если вы попадаете вот в такое состояние, когда, ну, действительно сенсорная перегрузка, здесь очень важен диалог. И объяснить, ребята, мне сейчас надо быть вот так вот. Не просто дайте мне, да, хотя это иногда тоже благо, да, когда хорошо сформулированное желание, оно как-то, так сказать, облегчает участь окружающих. Когда человек просто мечется, орёт, кричит, что ему плохо, ты не знаешь. И пошли все нафиг, да? Да, да, идите все нафиг, меня все раздражают, и пошли все вот. Мне плохо, вы все сволочи, и вы не делаете того, что мне надо, вы обязаны угадать. Ну, такой стандартный способ. Да, вы обязаны угадать. Вот, а насчет угадывания, тут как бы лучше бы не надо. Да, все-таки гораздо экологичнее, когда человек все-таки оглашает то, где ему плохо, что он чувствует, как он это чувствует. Я понимаю, что это небесные высоты, да. Научиться этому, в принципе, можно. Вот чего-чего, а это к этому прийти через абсолютно простецкий вопрос, чего в данный конкретный момент я хочу. Не что-то там большое такое чувство, да. А вот очень маленькое, конкретное. Я хочу в туалет. Я хочу пить. Я хочу твоих сырников, и они у нас есть в холодильнике. Знаешь, я хочу есть. Да. Нет, я не есть хочу, я хочу твоих сырников. Вот очень конкретная вещь. Очень конкретная вещь. Я хочу не чьих-то твоих сырников, изюмов. Ну, опять. Вот, между прочим, это точная штука, да? Вот, да. Я хочу именно это, да? Именно вот так. Дадут тебе это прям точно один или нет, большой вопрос. Но если ты взрослый человек, ты, по крайней мере, можешь как-то что-то измерять. Когда сенсорная перегрузка, конечно, сложновато. Да? Но если вы вылетаете вот в такое состояние, когда хочется от всех сбежать и спрятаться, то, скорее всего, вы как раз в этот момент вот вылетаете в этот первый стейдж. Дело в том, что мы можем идти по кругу, а можем вылетать в определенные стейджи, где мы фиксируемся, и мы просто вот берем, да, круг, мы просто возвращаемся вот сюда. Ну, это первый стейдж. Ты же говоришь о детском, да? Ну, можно говорить здесь о нескольких уровнях. Это уровень зачатия пренатальный. Ну, мы туда убегаем. Ну, вот я что, на чем хотела сейчас акцентироваться? То, что вот это детское не предполагает диалога. Да. Оно предполагает вопль и желание, чтобы угадали. И вот это засада, конечно. Но мы здесь все взрослые люди. Мы можем быть в диалоге. Можем хотя бы спрашивать. Мы можем хотя бы спросить. Вот. То есть вот это состояние, да, кто видел, как я там диагностирую по мандале, я когда вижу первый стейдж, о, значит, здесь сенсорная перегрузка в 99%, здесь, скажем так, чакры в нуле, тонкие тела все тоже, потому что нехватка энергии всегда дает это состояние. Ценность одна, а дай Боже выжить, в принципе, уже этого не хочешь. То есть состояние достаточно, это депрессивное состояние. С одной стороны, это депрессивное состояние всегда связано с обесцениванием. Так что не надо. Да, депрессию не трогаем. Я говорю, Маргарита, меня корректирует с позиции официальной психологии. Я от нее уже давно как-то креститься умудрилась. Вот. И вот первый стейдж – это вот эти вот тени на стене пещеры, которых мы пугаемся, которые на самом деле, если задать правильно вопросы, перестают быть тенями. И тогда эти тени превращаются, вот эта пещера такая ужасная, пещера была ужасная, принцесса была прекрасная. Значит, вот эта пещерка
раз и превращается, вот я говорю, я в медитациях, собственно говоря, это тоже по кругу жизни, я вам открываю этот секрет, почему они так круто работают, потому что я использую тот же круг жизни. И вот эта пещера с тенями, вот этот вот храм, открывается купол, и мы оказываемся где? В звездном небе. Это второй стейдж. То есть вот эти звезды – это наши образы, какими мы можем стать. И вот на втором стейдже делается выбор, какой я хочу стать. И вот здесь возникает следующий вопрос, который я иногда называю истинное желание, вот эта вот проверка, кем я на самом деле хочу быть. Хорошо, если вы научились на первом стейдже задавать тупезный вопрос, а что я сейчас на самом деле хочу? Убить кого или все-таки покушать? Или замуж, или там еще чего-то. Вот, если вы на первом стейдже, а никто из нас, честно говоря, на первом стейдже, когда нас зачинали, вопросы никому не задавали, никто нас, собственно, не слушал, но наше поколение так точно, вот сейчас пойдут уже дети, которым у тебя вопросы. Мама там, во время секса. Правее, левее. Ты хочешь зачинаться? Чего ты хочешь? Если мама хоть себе задает вопрос, а чего я сейчас хочу, чтобы он меня просто тыкал, или все-таки как-то... Как-то это, чтобы была любовь. Приятность. Приятность эмоциональной близости. Да, хотя бы мама, папа будет задавать вопрос, хочу ли я, могу ли я, в окно ли я, магнолия. Вот, то есть такой вот, да, ну вот, это жизнь. Так как такие вопросы наши родители точно друг другу не задавали, то и мы не научились задавать вопросы и, соответственно, услышать ответ от самих себя или хотя бы от своего психотерапевта. Ты же понимаешь, когда ты говоришь про второй стейдж, ты говоришь о том, что там возникает вот это некое заход на ценностный уровень. Да? Ну да, это уже вопрос ценностей, к которым я стремлюсь. Вот. Как я пойму, куда я стремлюсь, если у меня каприз и желание смешаны в одну кучу? Логично. И что? И что делать? Какой задавать? Что на самом деле я сейчас хочу? Я сейчас хочу вот это, вот Линда Вруна. А что за этим стоит? Почему мне сейчас важно вот именно это? Что произойдет, если меня это не будет? Или что произойдет, если я вдруг это получу? Что изменится? Вот смотри, как складывается. Получается, первый стейдж, пещерка, вообще надо определить, где ты находишься. В какой ситуации, в какой обстановке, в какой пещерке ты сидишь. Идея. Кто я, где я? То есть вопрос, кто я, где я, не базовый. В первом стейдже, когда мы определяемся, что вот это у нас есть, это реальность, это первый стейдж, это тот мир, куда мы пришли, куда мы попадаем, о котором мы еще не знаем. Ну, вообще-то надо для начала вообще понять, где мы, в какой вселенной, на какой игровой площадке, и кто вокруг нас. Это вот такой важный момент. И тогда на втором стейдже задавать вопросы экзистенциальному терапевту будет вам на порядок легче. Вы облегчите работу вашему экзистенциальному терапевту, разобравшись на первом стейдже, первом этапе. Куда я все-таки приперлась? Да, простите. Да, куда меня вынесли, господа боги? Вот. И здесь вот на этом этапе, буквально это на уровне подсознания, определяется, какими мы будем. Если говорить о пренатальном периоде, то это действительно выбор типа нервной системы. Ну и куча всего остального, что у нас по психологии потом называется типом личности. И вот это, гендерные эти вопросы, это как раз вот все идет на втором стейдже. Мы делаем выбор, какими мы станем, когда обретем физическое мир, человеческую форму. И позадавав все эти вопросы, и подсознание решает. Вот помните, я многим мандалам говорила, пожалуйста, сейчас у вас момент, когда вы можете выбрать, какой стать. И как только вы или осознанно принимаете этот выбор, или этот выбор примет ваше подсознание, процесс пойдет на третий стейдж, на набор энергии. На наборе энергии, наверное, знаете, когда такое бывает, понесло. Понесло. Если вы выбрали, вот к чему вас несет, отлично, вам тогда надо только направлять этот поток событийный особенно, что понесло, и вы... Движетесь туда, куда вы хотите двигаться. Но если этот выбор был сделан на уровне подсознания, поверьте, что когда вы делаете там практики намерения, все это очень классно.
Но если вы их делаете не во втором стейдже, они не работают просто. Но если вы сделали во втором, вау, все случилось, все произошло. Почему? Потому что были во втором стейдже, как раз был период выбора цели. И на этом этапе, Маргарита, какой может быть вопрос на этом этапе? То есть вот мы подсознательно, сознательно и понесло. Так же, если Остапа понесло. Да. Но опять же, чтобы у нас не было внутреннего конфликта в этот момент. Потому что если Остапа несет, а он орет, ребята, мне туда страшно. А здесь знаю, очень страшно. Здесь очень страшно. Опять волшебный вопрос. А что я на самом деле хочу? А вот это то, что я вижу, то, что я ощущаю, действительно так страшно. А что мне там страшно? То есть вот это вот максимальное внимание к себе, статическая вещь. То есть я на что акцентирую, да? Не на то, чтобы все время спрашивали, а чего там? То, что спрашивали, что тут? Потому что одно дело есть слой обстоятельств, а другое дело ориентация как на главное, либо на свое внутреннее, либо на чье-то чужое. Вот это чье-то чужое никогда вам не даст рецепта. Если вас несет сила, а вы бегаете от одного человека к другому, и вы прошаете, что же мне делать-то? Куда мне деться-то? А Женечка резонирует, кричит, а я не знаю. Я не знаю. Или говорят, я знаю, мы пойдем. Нормальные герои всегда идут в обход, вот мы с вами пойдем в обход. Или мы сейчас с вами пойдем вот так, например, да? И сейчас я вам расскажу, как правильно, как правильно быть счастливым. Ага. И вот тут вот как раз эти гуру, там, я не знаю, гуру, которые говорят, сейчас все будет. Вот, в принципе, гуру ловят всех на втором и третьем стейдже. Сетевые гуру. Ой, потому что второй... Мне не хочется, но да. Конфликт есть. Большой соблазн купиться на простой рецепт. Там, клево, там мало того, что простой рецепт, там второй стейдж – это трансовый стейдж. И поэтому народ как бы приходит к гуру, блаженство, второй стейдж – это блаженство. Приходят к гуру, сюда, кстати, женщины приходят на сексуальные тантрические практики, на медитационные практики. Вау, 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 я вчера такой оргазм испытала, сидя у ног моего гуру, которого я не испытывала ни с каким мужчиной. То есть она просто была в трансе. То есть это трансовое блаженство. Кстати, очень многие алкоголики, наркоманы, художники, творческие люди висят вот в этом втором стейдже, потому что здесь можно создавать миры. Поверьте, что я для того, чтобы написать... Но насчет денег заработать. Да, денег заработать здесь нет, то здесь можно вот мечты, фантазии их разрисовать и украсть. Я, кстати, на этом стейдже пишу все рассказы. Кровавую маленькую. Да? Подожди, ты не на этом стейдже пишешь. Вот хорошо, я пишу на 12-м трансформации из нулевки, но эротические сцены, они пишутся отсюда, потому что это такое вот блаженство. Хорошее уточнение насчет пишутся отсюда, не в этом, а отсюда. То есть есть память нормальная. Да, есть нормальная память при наталке, которую, в общем-то, можно погрузиться и из нее брать сюжеты, потому что там великое множество миров, которые можно оттуда взять, и человечество бессознательного опыта. То есть, с одной стороны, это красивые бессознательные принцессы, единороги, которые какают бабочками, писают радугой, а с другой стороны, вот эта же часть, это сточная канава нашего бессознательного, и там... Ну, не 50, не 50 оттенков серого, там это 50 оттенков... Ну, такое. Короче, да. Очень специфическое. И самое, что интересное, вот ведические гуру предлагают как раз зависнуть в этом втором стейдже женщинам. Почему? Здесь пассивность и такое «да, да, 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 гуру, да». Очень удобно, да, но удобно. Потом про третий, когда переход на третий стейдж, он же гораздо неумолимый. Да, он неумолимый. Невозможно определиться с тем, что ты будешь делать дальше. Потому что опоры на себя нету, какой я хочу стать в будущем нету, потому что гуру рассказал, какой надо стать. А согласия внутреннего на это нет, а Остапа куда-то несет, а Остап не понимает куда. Он все хочет отрегулировать это согласно ценным указаниям подающего предыдущего, да. От гуру. Да, а он, ты понимаешь, как бы нет. А ему невыгодно давать дальше рекомендации. Это не работает же, потому что это же все, если сделано без опоры на себя, создает внутренний конфликт. Им опять засадят. Да.
И поэтому, перейдя на третий стейдж, человек начинает зависать в практиках, в гуру, в тренингах, в медитациях, потому что, ну, непонятно, что делать дальше. Опереться на внешнее хочется. Оно ничего не знает про тебя внутреннего. Да. И получается, что тренера рассказывают, каким вам надо быть, а внутри нету вот этого вот даже интуитивного контакта с собой, потому что на втором стейдже его просто никто не дал. То есть гуру разные ведические рассказали о том, что надо быть пассивной, надо течь по течению, это ж так по-женски быть, так... Ничего не соображать. Да, ничего не соображать. Надо течь. Абсолютно пассивно и говорить. Еще соображать и куда-то течь. Так. Мир совершенно стал удивительным и волшебным. В общем, короче, весь пафос. Про то, что на каждом стейдже стоит задавать себе волшебный вопрос, вообще, где я? Чего кто я хочу? Не, насчет кто я сам определить, да мы еще до него не дошли. Где я? Могу ли я здесь вообще существовать? Чего мне надо для того, чтобы я хотя бы мог вообще почувствовать вот это вот? Ой, я здесь не сдохну сейчас. Вот. И что я хочу, что мне для этого надо? Для того, чтобы ощутить в себе силу быть. Mm-hmm. И из этого тогда вырастает, а насколько мне хорошо быть. То, что ты говоришь про второй, знаешь? Mm-hmm. И из этого будет вырастать третий. Когда подсознание решило, куда мы идем, кем мы будем, какой мы решили стать, причем оно решило это без нас очень часто, на основе вот родительских, отцовских, материнских, семейных программ, идеологических программ, да, которые нам навязывают очень хорошо через телевидение, газеты и так далее. Значит, и вот здесь нас понесло, этот поток энергии, с которым сложно очень часто справиться, быстро, капец, как страшно, но это часть процесса, это набор энергии. И вот здесь очень важно, чтобы кто-то сказал: алло, не бойся, если что, я тебе кину спасательный круг, и мы выгребем, я тебя вытащу. Вот есть здесь такая интересная штука, что даже если сам о себе это говоришь, оно все равно работает. Да. И больше всего здесь боится наш внутренний ребенок, для которого это вот как раз здесь мы попадаем в такую детскую регрессию. Ужас, ужас, что с этим делать. А фактически это прообраз наших родовых процессов. И если у вас была родовая травма, дорогие дамы, то в принципе мы вот в этом процессе полностью ее проходим, перепроживаем еще раз. Из тех техник, что ускоряет этот процесс, конечно же, холотропка, ребёфинг. Но экзистенциальный анализ, он все время незримо у нас присутствует, потому что он дает опоры в этих всех процессах. Преследует. Сволочь такая, экзистенциальный анализ нас преследует. Потому что он дает в этих процессах заземление и опору. Потому что техники, которые связаны с медитациями, с бессознательным и так далее, это все очень классно. Но если они не привязаны к реальной жизни и не имеешь в них опоры, ну вот здесь вот возникает опасность улететь в какие-то иллюзии, и тогда внешнее вообще не будет соответствовать внутреннему. А как вы понимаете, когда внешнее не соответствует внутреннему, а внутреннее соответствует, приходит дядя в белых халатах. Говорят, вы знаете, ваше внутреннее и соответствует внешнему, пройдите, пожалуйста. Вы, конечно, Наполеон. Да, вы, конечно, Наполеон. Но по-французски здесь никто разговаривать не умеет. Вы, конечно, мудры, как сто маршала практики, но скузи-муа. Скузи-муа. И все заканчивается в соответствующем заведении. Да. А поэтому вот очень многие, кто уходят из сект, где их усиленно, насильно удерживали во втором стейдже. А вот, начинается снос, надо идти вперед, надо приходить в реальную жизнь, и очень страшно. Процесс обычно достаточно быстрый, интенсивный. И вот, что еще здесь важно научиться? Ты это сказала, развлечение, что хочу, что не хочу. Ага, там еще есть развлечение, что могу, но ничего не могу. Это позже. Ну, да, здесь еще как бы... Что хочу, что не хочу, да, чего вот я боюсь, чего не боюсь, что там нас... Ну вот, наверное, боюсь, не боюсь. Боюсь, не боюсь. Если я уж прям совсем сильно боюсь, тогда отойди, и тоже в этом отойди. Да, но здесь такой момент, труды
не остановить. Правильно, но ты, по крайней мере, можешь совершенно осознанно закрыть глаза и плачу. И пусть доктора тянут за ножки. А ты знаешь, иногда это большое благо, потому что да. Если уже несет, а ты понимаешь, что ты бессилен, всяческие попытки противодействия могут быть весьма травматичны. И иногда есть вот эта вот замечательная совершенно штука, называется сдаться. Сдаться потоку. Пусть этот ворот уже нафиг унесет вниз, но из воронки внизу можно вынырнуть потом. Да. А если сопротивляться этой воронке, которая вас тягивает реальную физическую жизнь, после этой кучи медитативных, массы медитативных таких, то просто-напросто... Да сил не будет, господи. Да, сил не будет. То есть, и вот действительно, когда вот этот процесс пройден, и идет четвертый стейдж, начало, готовность к старту, вот здесь сил обычно у людей очень мало. Mm-hmm. А народ же как хочет? Вот я себя напланировала, вот меня понесло, вау, вот я принцесса. Uh-huh. Я сейчас как рвану, сейчас как все сделаю. Да, сейчас. Uh-huh. А начинается четвертый стейдж, это период, вот знаете, ребенок родился, что он умеет, что он может? Пока ничего. Но он каким-то образом подает сигналы миру, что ему надо кушать, что ему нужно сменить пеленки, помыть попу, там какую-нибудь тю-тю-тю, погремушечку, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тетенька, что вы делаете? Вы не попутали? Вот, вот, понимаете, подходят какие-нибудь тетеньки, которые вот так делают, ребенок, честно говоря, этого не хочет. Что ребенок в этом случае делает? Он плачет и зовет маму. Слушай, здесь столько комментариев, а мы с тобой увлеклись. Так. Да, ну, Алиса, ты рядом с нами, поэтому тебя слышно нам хорошо. 80 километров для интернета, фигня. Так, всем добрый день, потому что я не все, мы не всех как бы видели, кто присоединился, как-то комментарий. Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди, мы были еще не в курсе. Вот, четвертый стейдж. И вот здесь вот я вам скажу, в моем опыте, вот женщины часто говорят, вот мне не дарят подарки. Маргарита, чему ты мне не даришь подарки? Охренела? Вот. Хотя бы сырники. Сырники – это святое, вот. Это не подарок, это другое. Это дар небес. Вот. Знаете, как меня здесь балуют сырничками регулярно? Кто может этим не хвастайся, а то на следующий день тут очередь. То есть вместо того, чтобы заниматься экзистенциальной терапией, ты будешь жарить сырники и продавать в кафе рядом. Чей свободный труд. Свободный труд. Вот видите, как здесь можно переквалифицироваться. А я на них буду мандалы рисовать. Ага, на сырниках. На сырниках, да. Приходит клиент. Так, тёща, не отвлекайся. Подожди, да? Девочки, вот представьте. Не Таня кафе. Значит, маргосты сырнички переворачивает. И здесь я с каким-нибудь маркером, таким пищевым маркером. Приходит клиент и говорит, нарисуйте мне на сырнике мандалу. Она мне рисует мандалу. Я ей задаю вопрос, я уже знаю, что ей надо после того, как она нарисовала мандалу. Я ей говорю, возьмите с полочки вот эти три сырничка, которые уже раскрашены определенными цветами и узорами, они вам помогут. Через месяц к нам начинает бегать на исполнение желаний. Так, тёща, да. Не отвлекайтесь. Ну, я не во втором стейдже, не волнуюсь, это не избудется. Не во втором, так что вряд ли мое подсознание возьмет. У нас в результате мы в четвертом. Ну да, мы в четвертом. Доплыли до четвертого. Тихого Бог нанесет, резвый сад. Да. Значит, здесь вот есть такой момент, очень совершенно чудный, умение просить о помощи. И связано это в большинстве случаев с нашей родовой травмой и детским опытом, мы не научились просить. Знаете, есть женщины, которые легко и просто говорят, ах, подари мне башню с кирпичами из чистого золота. И Мила говорит, любимая, о-о-о, легко я. Еще она измудрилась найти такого милого. Да, и найдет. Я в каком стейдже ты маханула такую красоту? На втором. Она на втором уже милого такого заказала. Предыдущего круга до депрограмментации. Вот и так мило. Это не плюшки-то. Да, плюшки второго. Это, кстати, плюшка второго стейджа. Вот. И она вся такая, ах, я не могу сама.
открыть золотую дверь, милая, открою мне. 10 мужиков бегут открывать золотую дверь, но открыть не могут, потому что золотая дверь капец какая тяжелая. Она просто не в ту сторону, Бывает. Не то я мечтала. Вот. То есть, в принципе, вот этот вот такой легкий трабл, неумение просить о помощи, это наш детский опыт. Когда ребенок кричит и просит маму, вот, ну да, уписался, мама поменяет пеленки, а мама на кухне. Извини, любименький, покричи, я сейчас доготовлю борщ на всю нашу семейную мешку. Или фаршированную рыбу. Я хочу фаршированную рыбу. Держись от меня, злая женщина. Я поняла, я хочу фаршированную рыбу. Это на каком стейдже хочешь фаршированную рыбу? Я, наверное, на втором стейдже захотела фаршированную рыбу. Понятно. Теперь мы бы тип ее реализации. Давай, давай вот. Дальше. То есть мнение просить о помощи, это здесь. Если мы в детстве не научили, или когда мы что-то просили, получали резкую реакцию, жесткую. Ой, у меня есть такой вопрос к тебе, потому что я не очень понимаю. Значит, если я хочу попросить о помощи, если я даже знаю, чего мне хочется, я же должна четко понимать это, кого именно я могу попросить, насколько это будет адекватно. Потому что если я прошу сантехника испечь мне торт, это вряд ли сработает. Но если я об этом попрошу, не знаю, какую-то близкую родственницу, которая постоянно этим занимается, на благо семьи и общества, да, то, скорее всего, это сработает. А вот если проработана родовая травма, то можно попросить приготовить фаршированную рыбу фиш у крутого экзистенциального терапевта. Ага. Тем более, терапевт умеет готовить. То есть выбрать в себе правильного экзистенциального терапевта, умеет готовить фаршированную рыбу, потому что ты не очень хочешь это делать. Я говорю не к другому. Я сейчас, блин, на почву реальности, ты куда-то все смазываешь. Я во второй стыч пытаюсь смазываться. Значит, я к тому, что когда мы формулируем просьбу, помимо того, что надо очень четко понимать вот здесь вот, да, чего я сама хочу, очень бы хотелось видеть то, что есть, не придумывая, да. То есть какой у нас обычный детский опыт? Я хочу от мамы того, чего она не может дать. Если она стоит на кухне и готовит на всю мешкуху эту самую фаршированную рыбу, то она не может подойти ко мне и вытащить, например, там, меня, если я запуталась, маленькая, ползающая там. Да, я маленькая, ползающая. В чем-то там запуталась и выдернуть тогу, например, не могу. Вот. А она не может отойти. И из этого вырастает, не перебивать, вырастает вот это самое неумение, якобы, да, попросить того, кого тебе надо просить. Ну да, выбрать, в принципе, рядом сидит бабушка и смотрит футбол, например, да, и пьет пивко, ну попроси ее. Хорошая бабушка, слушай. Ну, бабушки разные бывают. Моя бабушка в этот момент пьет пивко, курит трубку и смотрит футбол, ей ничего не стоит. А, ну ребенок требует маму с кухни, бабушка его не устраивает. Вот, то есть умение выбрать человека, к которому обратиться за помощью, и здесь еще важно уметь принять эту помощь. О, да. И без внутреннего сопротивления, блин, я теперь должна по гроб жизни. Мне соседка вчера дала соль, ну надо было что-то приготовить, капец. Я ей должна теперь по гроб жизни помогать там во всем. И связано это опять же с детским травматическим опытом. Ну, вообще, когда мама как бы делает все и ждет, что ты там потом 2 литра воды точно принесешь. А то и желательно каждый день. Причем сразу? Сразу. Простите. Попробуй, старушка, не выпить. Да, лучше к следующему встречу. Триллеры какие-то. Триллеры. Ну, что здесь наш детский опыт и опыт материализации. Вот этот 4-й стейдж – это рождение любого нашего проекта. Материальный мир. То есть он еще слабенький, да, ему нужна помощь. Там, может быть, обратиться за финансовой помощью, юридической, психологической, бухгалтерской. То есть мы не можем все объять. И здесь вот важно на этом стейдже уметь просить о помощи.
Для этого только неплохо бы понимать, что ты не Господь Бог, у тебя существует естественное ограничение. Да. Мы вот, потому что на следующем стейдже будет перфекционизм. О, от перфекционизма осознавание своих собственных ограничений очень помогает. Да. То есть, что бы я хотела еще сказать? Ну так, в принципе, вообще понятно про четвертый стейдж-то или чего? Вообще, или дайте хоть обратную связь. Я вижу, что вы ржете там периодически. Вы понятно объяснили вот первую нижнюю вот эту часть круга? Пренатальную, подсознательную. И все затихли. Либо ничего не понятно, да? Либо понятно все. Во что я не верю. Девочки, а вы вообще нас видите? Там вообще связь есть? Не, есть. Связь есть. Так, вот это я поняла, что... Так, нас поняли. Отлично. Поехали дальше. То есть ребеночек разделился на свет. Его... Баю-баюшки, баю. Что еще там поют? Не ложись на краю. Не ложись на краю. Зачем вы там ложились? Ну, в общем, блинчили ребеночка, подняли. Ребеночек идет в школу.